сказать, свои писюганы придержите пока что. Мор, две двоечки, одна восьмерочка, живых Airlines. Так, сегодня второй пилот у нас, как обычно, дурачок пенис. Ну что, мы, в принципе, готовы осуществить маневр в виде перелета. Ебать, а можно, пожалуйста, Ашотика, диспетчера? Алло. Ну я твою маму и помочь взлетать, но потом как прилетишь, я буду ебать твою маму. Потом твоя сестра, твоя внучка, я ебал, я долба, я сегодня мазанный. Мне похуй, валаваба, 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 шарвавах, шибабух, бахбивах, халавух, шибабух. Я извиняюсь, а можно мне диспетчера нормального к диспетчерской вышке, потому что я не пойму, мне дали разрешение на взлет и маневр в воздушном пространстве или не дали, я так и не пойму. Здравствуйте. Я в данный момент ничего не разрешал, потому что я сейчас твою маму ебу, она сейчас на пищу не скачет. Ах, Сюзанна, Сюзанна, боже мой. Да ты что, охуел, чучело ебаное? Ну все, пизда, мы сейчас кавалерия обедка. Не, аэропорту. Спасибо, понял, принял мы Airlines. Ебать, да-да-да-да-да, заводим. Хуя, док. Командир воздушного судна «Жмых Airlines», мы набираем скорость по аэропорту города Донецка, ебать. Ебать, всем оставаться на своих местах, проведите спинки кресла, вертикальное положение, столики нахуй прикрыли, ебать. Ебальники попрошу тоже прикрыть, командир воздушного судна, второй пилот, дурачок, масконосец. О, знаешь чё, слушай, что я сочинил. Заебался я ебаться, чтоб ебалось как моглось, я ебу сова как гусь, и мне похуй заебусь. Круто, во, спасибо. Заткни рот, ебаный урод, рули давай, полетели нахуй. Хуя. Национальной безопасности. Помнишь, что я подписывал? Отнеси Спасибо за сап! Спасибо! Спасибо за сапик! Спасибо! Вот тут глубоко сердечко, так сказать. Спасибо, бро. Чисто крошек, ля. Блять! Не понял, блять. Не понял, блять. Не понял, блять. Блять, второй двигатель, второй двигатель, второй двигатель, второй двигатель, второй двигатель. Блять, пенис ебаный, включи второй двигатель, блять, пенис ебаный, включи нахуй. Сейчас я маску надену, маску только надену, без маски не могу включить. Чё ты долбоёб, надевай нахуй, сука, быстрее, блять, полетели, блять. Ебаный в рот, второй двигатель отказал. Блять, правый двигатель, ой, правый. Рикки-тики, рикки-тики, кики, кики, рикки-тики. Спасибо за сап, прям вот тут глубоко в сердечке. Двигатель, блять, правый двигатель, правый, правый, блять. Ёб твою мать. Блядь. Сука, пизда правому двигателю. Хорошо, я запрошу. Давай, 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 давай. Понял. Нормально, давай. Бракиси, 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 отпускаем бракиси. Бракиси, отпускаем бракиси. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Жмых Airlines. Да жмых Airlines. Нам повезет, мы приземлимся. Отче наш, живёте на небесах. Да светится имя твоё, да пройдёт царство твоё, хлеб так на земле. Хлеб наш насущный. Хватит, рот закрыла, чучело. Сейчас я вспомню, блядь, что нажимать на меня противоположный или нет. Смешно. Серёжа, реверс! Серёжа, реверс! Серёжа, реверс!
Закрылки на ноль. Рабсы ёбаные, блядь. Пизда. Лонгхорн 27. Заход по укороченной кристалле. Лонгхорн 27. Вас понял, удивишься. Approaching. 3, 2, 400. Выпущено. Pull up. Ветер. Выпущены в посадочное положение. 200. Pull up. Бойс, как бойс, быстрей, бойс, блядь, 3. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа «Вода»? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Свитаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи. До встречи. Ой, блядь. Что-то бойс не хочет брать. Что-то бойс не хочет брать. Блядь, пизда. Пизда, 100. 100 значит пизда. По-американски, только пизда, 100, блядь. Все в жизни может быть. И взлеты, и падения. Но иногда после падения бывают взлеты. Но это никоим образом не относится к нашей авиакомпании. Авиакомпания Schmidt Airlines на протяжении 2 лет показала всем, что она способна летать. Но сажаться может не каждый. Сегодня тот день, когда мы летим на неисправном самолете, впрочем, как и всегда. Поэтому я хочу сказать от лица капитана воздушного судна, борта 2-2, 1-8, в случае падения, знаете, мы с вами все равно будем вместе всегда. Не важно где, а главное вместе. Пиздец. О боже. О боже. О боже. Фильм, наверное, сильный, пацаны, кстати. Судя по кадрам из фильма, он очень сильный. Пацаны, реально такое настроение теперь грустное. Полный 100. Пацаны, 100.